И снова здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня восстанавливаем аккумуляторы СССРовских времен. Зарядим аккумуляторы через зарядное устройство, рассчитанное на 1,2 вольта. Вот выбор тока. 500 мА, 700 мА, ну 200 мА. Вот, ну я начну с самого меньшего, 200 мА. Хотя можно для быстрой зарядки 500 мА. Ну, и для высокой зарядки 700 мА. Но я поставлю на 200 мА. Вот 1,4 вольта, 1,3 вольта. Нажимаем на кнопку. Закачано 28 мА. Ну, вот этот я поставил первый. Поэтому сюда уже 37 мА закачалось. Здесь указывается время заряда. 9 минут. Самое последнее 11 минут. Заряжается током 198 мА. Показания прибора 1,4 вольта. Значит, здесь у меня стоят щупы. И смотрим на постоянном токе. Тоже 1,4 вольта. Но если мы рычажок переведем в переменный ток, мы увидим, что здесь показывает импульсный ток 2,4 вольта. То есть это зарядное устройство заряжает в импульсном режиме. Удержание проводов осуществляется зубочистками. Зарядное устройство установлено в режим тест. Ну вот я его оставлю на сутки, и мы посмотрим его значение. Так, прошла ночь, аккумуляторы протестировались. Так, один аккумулятор 342 мА, 132 мА и 457 мА. И вот этот аккумулятор, он еще до сих пор тестируется один. Поэтому здесь еще ничего не показывает. Итак, сейчас аккумуляторы поставлены в режим восстановления. Вот здесь горит значок Discharge Refresh. Это означает, что идет режим восстановления, идет, значит, разряд, потом заряд. И по заряду-разряду пока будет увеличиваться на каждом аккумуляторе миллиамперы, он будет производить циклы заряд-разряд. Ну и как только он доберется до максимальной емкости, устройство каждый из этих аккумуляторов остановит и покажет максимальную емкость каждого из этих аккумуляторов. Итак, прошло чуть больше суток, и вот за это время у нас образовалось, значит, один аккумулятор у нас набрал 800 мА, второй 700, третий 1 ампер набрал и четвертый 900 мА. Так что восстановление идет. Процесс восстановления этих аккумуляторов идет полным ходом. Подождем, что у нас будет в конечном результате. Итак, прошли вторые сутки. И аккумуляторы достигли 1 ампер часа. Так, после зарядки, значит, 1,3 вольта. И посмотрим ток короткого замыкания. 1,6 ампера.